Не, и вот сейчас все готово к началу обязательно. Широкие размашистые движения, абсолютная синхронность, и так и хочется вас, чтобы все было идеально в исполнении, в этом исполнении финстепа Екатерины Рублевой, идеально в исполнении Иваном Шефером, но посмотрим. Нам, как российским болельщикам, хочется с душой, что называется, и им самим доставило удовольствие так, как они прокатали этот финстеп. Ну, во всяком случае, если они выступят на коньки, а дальше я уже занималась, чем хотел. И 13 лет назад отец Борис Рублев нашел для Екатерины партнера Ивана Шефера, ну а мама Светлана Бакина стала первым тренером дуэта. Иван до того выступал в одиночном катании, но когда Борис Рублев увидел этого тогда еще совсем юного паренька, решил, что должно получиться. Должно получиться. И несмотря на то, что не слишком понравились ей, с ним может быть даже неинтересно, тем не менее сейчас эта пара прогрессирует. Причем хочется верить, что продолжит прогрессировать.